Я хочу рассказать о нашем земляке, командире авиаэскадрильи 431-го штурмового авиационного полка, старшем лейтенанте, герою Советского Союза Дмитрию Ивановичу Смирнову. Дмитрий Иванович Смирнов родился 9 августа 1918 года в деревне Дымовское Рыбинского района Ярославской области. После окончания сельской школы окончил школу ФЗУ при заводе номер 26 имени Павлова, ныне НПО «Сатурн». Работал токарем на заводе. Одновременно закончил Рыбинский аэроклуб. А в 1939 году Дмитрий Смирнов окончил Ульяновское авиационно-техническое училище «Асавиахима». Дмитрий Иванович Смирнов начал войну с первых дней. В 1942 году ожесточенные бои разгорелись под Сталинградом. В этих боях участвовал и он. В одних из дней он получил боевое задание. Большая танковая колонна врага рвалась к Сталинграду. Необходимо было разведать маршрут движения и количество танков. Фашисты тщательно охраняли колонну с воздуха. Дмитрий Иванович должен сфотографировать колонну. На него обрушились 12 мессеров. Они думали, это легкая добыча. Но Дмитрий Иванович не испугался и шел над колонной. Враги опомнились и атаковали, повредили оружие, атаковали пушки и пулеметы, ранили в ногу, но он упорно летел к колонне. Сфотографировав, он взял курс на свой аэродром, но фашисты остервенели. Они атаковали его со всех сторон, умело маневрируя, он дотянул до линии фронта и упал в лес. За образцовое выполнение боевых заданий Дмитрий Иванович награжден 2 орденами Красного Знамени. 12 июня 1942 года дважды водил группу по 6-8 самолетов в район Богородичное. За мужество и героизм, проявленных в боях указом Президиума Верховного Совета СССР, от 21 июля 1944 года старшему лейтенанту Дмитрию Ивановичу Смирнову было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Дмитрий Иванович продолжил службу в строевых частях ВВС. В 1948 году окончил Липецкие высшие офицерские летно-тактические курсы. С 1970 года полковник Смирнов находится в запасе. Жил в Москве. Умер 7 сентября 1982 года. Похоронен на Кунцевском кладбище в городе Москве. Смирнов Дмитрий Иванович за боевые действия награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Боевого Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественная война первой степени, медалями, иностранными наградами.